Всем доброе утро. Мы с Даней занимаемся делом. Наконец-то мы снимаем эту дурацкую паутину. Саша хочет у себя пропылесосить, да, в машине? Угу. Дайсон супер? Для машины вообще очень удобно. Да, пистолетик. Даня помогает нам убирать паутину. Мы уже с Даней с одного куста сняли. Со второго я сейчас почти сняла. Все руки искололи, потому что все в розе. Да? Да. А Данечка у нас помогает здесь убирать. Давай, классно, спасибо тебе большое. Вот так, не будет у нас наконец-то паутины. Пора бы немножко как-то довести все до ума. Это тоже валяется, сняла паутину. Обувь, сейчас сняла кормушку, мы сейчас ее наполним сахаром. Вот это все тоже, я думаю, что надо выбросить, все эти тыковки. Ну, в общем, работаем. Там гараж открыт, стирается у нас белье. Уже у нас распустились весенние цветочки. Так, и вот знаю, как они называются, на языке крутится. Но забыла. Господи, всегда у нас первые цветы, по сути. Напишите мне, забыла, луковичные. Вообще на языке крутится и забыла, не знаю. Представляете, вот так рано. Ну, потому что здесь все кверх тормашками. Вот, вот еще вот тут, я думаю, что это будут те же самые, вылезли. Много посажено. Ой, мы с Даней собрались, выезжаем сейчас в магазин, Даня. Зачем мы едем в магазин? Чтобы купить еще на день рождения. Готовимся ко дню рождения Дани. Сейчас посмотрим, надо будет какие-то детям подарки, одноразовая посуда, скатерть. В общем, сейчас посмотрим, что есть. Придумаем тематику, не знаю, все ли купим, посмотрим. Если вам интересно, поехали вместе с нами. Машинка FedEx, привезли заказы, сейчас нам под дверь бросили. Не знаю, что еще там, потом с вами, может быть, откроем. Какие они интересные, все время с открытыми дверями ездят. Тепло-тепло на улице. Первая наша остановочка, магазин Dollar Tree. Здесь все по доллару. И мне кажется, здесь классно покупать все вот для таких праздников. Можно набрать все, что нам нужно. Подошли взять тележку. И представьте, здесь система как в Алде. Первый раз здесь в Калифорнии такое вижу. Нужно вставить 25 центов. На, Данюш, вставляй, чтобы взять тележку. Ну или можно корзинку. Да, вовнутрь вставляй. Все, отцепляй. Все, когда мы придем, вернем тележку, нам вернут эти 25 центов. Хорошо, что они у меня оказались. Пакеты взяла, приготовила. Как забрать оттуда? Нет, ты ее никак не заберешь, только когда вернешь, поставишь на место тележку, Дань. Пойдем. Ой. Потом мы здесь возьмем шарики. Какое огромное количество. Каждый шарик по доллару, а в Walmart такой шар стоит $3. Здесь же, вот я так понимаю, что можно надуть циферки, попросить их. Наверное, они сделают и утяжелители для самих шариков. Какие интересные сумочки. Так-то многоразового использования. Получается, они по доллару. Да? Купить что-то. Они, наверное, не будут сильно вечно держаться, но это мочалка, Дань. Мы пришли в отдел, где все для дня рождения. Но... какой-то небольшой выбор совсем. Давай сначала мы с тобой скатерти найдем. Вот твои дудочки, которые ты хотел. Отлично вообще. Даня просил, он говорит, надо колпачки на день рождения. Дудочки. Да. Сейчас мы тут повыбираем, потом расскажем, что мы выбрали. Слушайте, наверное, мы скорее всего... Вот классные с динозаврами тарелочки одноразовые. Из них можно кушать. Здесь в наборе 16 тарелок. Классно. Данюш, ты сейчас вот все хватаешь подряд, а нам нужно сначала определиться с нашей тематикой. Скатерти. Так вот обычно я видела, они вот целыми наборами. Вот смотрите, видите, для девчонок есть. А для мальчишек нет. Вот, Дань. Смотри, да, колпачки. Здесь же салфетки с динозаврами.
Даня, ну что, может, возьмем такие? Давай. Держи. Тогда и тарелки нам нужно, и вот эти еще. А, это шарики, подожди, не торопись. Давай тогда мы с тобой сейчас возьмем вот такие белые скатерти. Смотри, у нее надпись «С днем рождения». И на такой скатерти будет... Давай возьмем три пока. На такой скатерти у нас будут стоять вот такие красивые тарелочки, яркие, и салфеточки. Да? Так, три. 16 тарелок. Раз, два, три. Я думаю, что, наверное... Танюш, давай еще возьми. У меня будет мало вот такая вот шапочка. У тебя? А у всех остальных вот такие вот. Хорошо, договорились. Смотри, давай, может быть, акул возьмем еще для разнообразия. Как ты? Или только динозавров возьмем? Давай динозавров и эти. Это что у нас? Это какой-то задник с динозавров. С динозавром. Будем брать такой? Да, давай. Куда-нибудь повесим. Держи. Еще с динозаврами. Куда-то надо будет поставить. Как-то придумать. Мам, вот это вот надо повесить на стену. Для всех, чтобы было написано «С днем рождения». Давай вот такого возьмем. Или вот такого. Выбирай, какого ты хочешь динозаврика. А? Вот этого. Давай, бери. Ну, да, и вот еще мы, смотри-ка, для декорации стены можно будет такие повесить. Бери зеленые. А, они все одинаковые. Так, один. Ты взял один, да? Да. Давай, то все эти товары по $1. Все, наверное. Нам стаканчики еще найти. Стаканчиков нет? Точно? Да. Стаканчиков нет. Есть, а вот еще надпись классная, с днем рождения, happy birthday. Повесить куда-то. Давай. Ну давай возьмем, а там посмотрим. Вот еще классная по центру стола. Берем? Да. Все берем. Танечка, все берем. Не знаю, надо ли нам все это. Надо, надо. Так, шарики пока убираем. Мы потом решим отдельно. Шарики мы сейчас будем... Ну, давай пока. Выбирать отдельно, чтобы они нам с тобой в тему как-то были немножко. Салфетки тоже детям. Тарелочки. Так, это уже Даня набрал. Сейчас мы еще решим. Шары, шары, шары. Давай наберем, Данюш. Сколько их тут? Давай все вот таких вот возьмем. Слушай, ну они, наверное, тяжелые. Давай диаметр посмотрим. Давай. Хватит, наверное. И ты еще взял одни шарики. Пойдем дальше. Какая милота для маленьких. А, это, наверное, на бэби шауэр и цебой. Это, наверное, или на рождение детей. Что-то выбираем какие. Какая лучшая надпись. Вот это поярче. Ту, наверное, оставим. Ярко. Данюш, циферку я себе голубой. Бери. Сколько тебе лет будет? Бери я себе голубой. Циферку. Слышишь, бери себе циферку. Какую? 6. 6 лет. Бери на тортик. Найдем мы что-то другое, еще другое тогда возьмем. Будет 7. А вот здесь, а это подмороженное, стаканчики нам не нужны. Нам мороженого 7. У нас точно не будет. Потом будет 7, совершенно правильно, о. Да. Это декорации. Я не знаю даже, как это работает. Гирлянды из шариков. Интересно. Это день рождения девочки. О. Да. Дань, давай еще вот эти вот трубочки возьми, еще как минимум 2-3 даже. Да, потому что одну мы взяли, хотя бы, чтобы запас был какой-то, держи. И ты те взял, да, трубочки? Это, Дань, лента? Запаковывать. И ты такие брал?
Да. Да, и колпачки еще. Ты сколько? Да. Даня взял 8 колпачков. Мы еще возьмем вот так вот. Держи. Убирай. Может быть, не знаю, хватит, наверное. Или взять на всякий случай еще. Какого цвета? Они все вот такого цвета только, видишь? А знаешь, можно, Дань, девочкам попробовать взять вот такие короны. Давай 2 короны возьмем. Убирай пока, клади туда. Еще третью. Какие классные. Да, что-то туда складывать. На всякий случай. Я бы взяла бы одну такую, но она помята. Белая и вот эта белая. Нет, Данюш, они помяты, не будем их брать. Что-нибудь другое придумаем. Как интересно, знаете, здесь делают детям подарки. Это гуди-бэкс называется. И вот интересно, вот такие вот тканевые мешочки тоже для подарков. А детям вот это вот. Ну, мы сейчас... Девчонкам. Что? Ну, девчонкам, да. Это еще пакетики. Ленты для декорирования. 13 метров. Зона тирексов. Классно, кстати. Можно было бы. Ленты, Дань, видишь, обносят территорию, зону. Даня нашел развлечение. О, у нас, кстати, ракетки где-то были. Возьми 3 штучки, Дань, таких. Разных. Может, кто-то еще захочет. Да, вот такие вот. Давай 3 разных. Детишки, может, кто поиграют. Здесь вот выбор большой одноразовой посуды, если выходить, да, куда-то. Ну, то есть на природу, если у нас это все будет на природе. Удобно. Разложить закуски, украсить. Но это все я потом продумаю заранее и приду, соберу, если мне что-то надо будет. Тоже лишние вот эти все пластмасски. А, не очень хочется покупать. Но вот, ну, удобно, что говорить. Даня примеряет. Даня, покажи микрофон. А, слышишь? Вот этот микрофон классный. Они действительно работают. И вот Даня, когда помладше был, у нас сейчас есть дома эти микрофоны. Мы с тобой вокруг земли. Слышите? Здесь вот много всяких игрушек уже. Да. Данюш, мы сейчас лишнего уже ничего не будем брать. Скакалки. Нелегкая слишком. Какие-то даже Барби. Видите, игрушечки. Вот надо будет нам думать вот эти подарки, что мы туда вкладывать будем детям. Это отдельно еще предстоит нам. Кстати, я хочу Дане, наверное, возьму вот такой конвертик. Ой, рыцарь-богатырь. Конвертик такой возьмем Дане. У него на математику он ездит, тетрадки, чтобы и домашку туда складывать. Пойдем, Дань. Рыцарь. Какой выбор подарочной бумаги большой. Да, есть у нас такие. То есть все это будет по $1. Детишкам упаковывать. А там новогодняя. Мы уже стоим на кассе. Выложили сейчас все, что покупаем. Я думаю, что я сейчас сохраню чек. И все, что мне не пригодится, я смогу вернуть обратно. Это классно. Это здорово. Может быть, я не исключаю, что мы сейчас поедем еще в другой магазин, там что-то увидим более интересное и вообще передумаем. А насчет вот этих товаров. Но, в общем, пока берем все, что берем. Я думаю, что все пригодится. Мы уже сейчас с Даней сели в машину. Да, не пристегивается, мы едем. То есть сейчас мы были в магазине Dollar Tree, не знаю, не видно. Сейчас мы с Даней едем в Party City магазин. Там все для вечеринок. И там вообще прям вот конкретно по темам. Поэтому я допускаю, что Даня может что-то там передумать. Но будем делать так, как будет бюджетнее.
В этом магазине Party City самое главное, это мы найдем, поищем какие-нибудь классные свечки. Не какие-нибудь, а я знаю какую. И пиньяту найдем. У нас опять же классно получается, это то, что все магазины просто вот в шаговой доступности. Вот мы сейчас едем, 4 магазина, минуты один магазин, 4 минуты другой магазин. Я как всегда, мы как всегда про свою красивую осень. Листья лежат, осыпаются. Конечно, это все надо чистить, убирать. Какая-то школа элементари, это для маленьких. Львы называется. Goal line написано. А мы едем, едем, едем. Так, что-то здесь. Домики. Ой, как я не люблю нерегулируемые эти перекрестки и поворот налево, когда надо сделать. Выключаюсь. Наш следующий магазин. Мы здесь с вами уже были, когда у Кирюхи был день рождения. Что-то у них гелия нет. Странно. Каких гелий? Гелий, да, нет, о котором шарики надувают, чтобы они летали. Ладно. Кстати, надо посмотреть, сколько стоит насос, чтобы самим надувать шары. Может быть, это было бы, кстати, и выгоднее. Надо посмотреть будет. Мы здание выбираем уже. Прошли, посмотрели. Вот они, пиньяты вот так выглядят. То есть это коробочки условно. Я даже смотрю, по идее, конечно, можно своими руками, наверное, как-то сделать. Наполняется она. Ну, кто чем хочет, тот тем и наполняет. То есть... Там могут быть конфеты, деньги, мелочь какая-то, доллары бумажками, какие-то сувенирчики. В общем, каждый подходит, ее разбивает. Кто ее разбивает? Ну, то есть выпадает все из этой пиньяты, и дети собирают, веселятся. Даня хочет Майнкрафт. Я даже как бы и не удивляюсь. Да, Дань? Да. В общем, взяли мы вот эту пиньяту. Больше никакой нет, Дань. А желтенький, может, или красный? Красный, да? И, конечно, вот разница, во-первых, нет стаканов Майнкрафт, взяли бы. Разница в ценах огромная. Вот тарелки, например, 8 тарелок, 2 доллара с лишним. Здесь, конечно, расцветки другие, мы что говорить. Тарелки. Да, мы уже взяли. Скатерти, вот вы знаете, мы по доллару взяли 4 доллара скатерти. Знаешь, что это бомба? Майнкрафтная. Бомба, да? А, ну вот и будешь взрывать, да? Я не знала, я не знаю. Она взрывается. Я уже пробовала, чтобы поставила ее в Майнкрафте, и она взорвалась. Да, не смотри, свечки на торт можно с Майнкрафта взять. Давай. Давай возьмем. Ты уверен? Да. Но торт будет обычный. А свечки такие берешь? Да. Хорошо, и динозавры у нас будут, да? Видите, здесь много разных тем, но как бы получается можешь просто в разы. Да мне очко дать. Ну, эту держи бомбу, а свечки можешь сюда пока сложить. Здесь, конечно, другое качество, другие картинки. Свечка динозавра. Вот, но разница просто колоссальная. Подожди, Данюш, давай. А вот эти подарочные крафт-бэг, это подарки детям, да, складывать. 8 штук. 8 долларов. Ну, в общем, как-то так. Мы свой выбор сделали. Сейчас я еще хотела, где вот тут пожарный, да. Любую тематику можно придумать. Ну, мама фанат динозавров, мне больше всего вот эта стойка понравилась. Шарики надувные. Посмотрим, может быть, я еще заеду попозже и найдем что-то еще из Майнкрафта. Потому что, в общем-то, у нас немножко не в кассу получается. Динозавры и Майнкрафт. Или окей, Дань? Окей. Да? Ну все, тогда пойдем еще посмотрим. Вот что нам надо будет, это нам надо будет поискать стаканчики. Еще какие-нибудь нарядные, но я буду заезжать в другие доллар три. Свечки еще. Мы не стали, кстати, в доллар три. Вот, Дань, смотри, ты хочешь такую свечку музыкальную, которая раскрывается? Помнишь, как у ребят Давай. Мы на дне рождения были? Тогда надо будет ту свечку убрать. Какую мы возьмем?
Так, ладно, мы дома решим. Мы сейчас возьмем. Давай возьмем в доллар три. Таких вот. Ну, три, нет. Конечно. Три. Нет. Нет, давай. Нет. Одну давай. Какую-то. Я хочу. Она, видите, зажигается и я раскрывается. Ладно. Давай вот. Там Майнкрафт не будем брать. У нас будет торт похожий. Вот давай будем вот такую вот брать. Давай обе возьмем, но мы решим. Хорошо. Выберешь потом то, что ты хочешь. Все. Продадим. Да, эти стаканчики это что? Не будем такие брать. Держи. Вот конфетти. А вот эти Party Pump Poppers, это, наверное, хлопушки. Слушай, классно, это хлопушки. Подожди, Данюш, погоди-ка. Не знаю, как они работают. А я знаю, мам. Мам, я знаю, как они работают. Как? Ну, тут должны шары, быть... дискошары, класс. Мам, я вот хочу дискошар. Мам, вот тут вот? Угу. Ты знаешь, что вот тут вот есть лента? Нее надо потянуть и выстрелить вот такие вот штуки. Да? Да. Окей, да. Хорошие, интересные. Давай вот эти вот кейчи тоже. Давай, и вот эту давай возьмем. Давай. Все. У Дани не было еще праздника, так получилось, что... Ну, у него был на годик праздник, но это больше, конечно, праздник для родителей. А в сознательном возрасте у него еще праздника не было. И мы готовимся, да? Да. Класс! Саш, ты опять химичишь? Нет, это вот свинина, которую мы взяли. Вот там... Костка. Ой, извиняюсь. За нее рассказывал. Вот этот кусок свинины, $8 скидка на него была. Видите, как я его беру вот. На три части разрезаю. Чуть-чуть перчика, совсем чуть-чуть. Солю. И наш любимый Монреаль стейк. Да. Как приправа. Саша говорит, надо было брать, говорит, у нас заканчивается. Костка, уже. Помните, со скидкой была. Угу. Вот. И я все это хорошо посыпаю, и потом вот так в слюду заворачиваю. Вот. А покажи, какая слюда, как удобно, очень как удобно, классно. Смотрите, вот раз. Как раз. И вот, допустим, сначала в эту сторону. Как удобно. А так я тут же вот этим ножичком раз отрезал. У нас даже бабушка увозила такую специальную, чтобы дома в России было. Слюду-то можно любую. А важно вот этот вот агрегатик. Вот с этой стороны, оп. И все. Все. Да. А с этой стороны тоже вот режущий край есть. Да, вот все. И вот так вот это мясо. Угу. С людям. Сейчас уберу. Да что такое? В холодильнике на верхнюю полку. Угу. Она полежит сутки. Может двое. И потом в морозилку. Да, а эту, наверное, завтра приготовим. Эту тогда сейчас слюду не буду заворачивать. Или заверну тоже, нет, просто мы не тоже, уберем. Да. Да. Она когда в слюде лежит, хорошо промариновывается. Потом на противень и в духовку. Сразу в морозилку убрать. На противень в духовку. Щуп свой выставил с температурой. Угу. И ушел. Товарищи, а щуп уникальный, на самом деле, да? Вот нужно. И причем вот именно такой. Вот нас спрашивали, да, есть просто втыкается, а вот тут важно, чтобы был вот этот провод, да, чтобы... Щуп внутри, а эта штука снаружи, чтобы не каждый раз лазить, потому что суть в чем? Да-да-да. Тот, который просто втыкается, вы воткнули, смотрите, а еще рано, достаете, а дырка осталась, сок вытекает. Да-да-да-да-да. И мясо получается сухое тогда. То есть мне кто-то а тут один раз воткнул и забыл. И все занимаются своими делами. Она на магнитике подошел, вешается. Да, на магнитике. Да. Нужный момент подошел, выключил газ, все достал, порезал, мясо сочное. Мы теперь все вкусное, делаем, да, мягкое. Курица не пересушивается, все вообще готовят, ну, действительно очень удобно. Вот это вопрос не в том, что там какой-то гаджет, это действительно необходимая вещь, которую вот я стала использовать, и теперь гораздо лучше качество приготовления. Сочнее, да. Да. Не, не пережариваешь, пересушиваешь, не пересушиваешь. Вот что самое главное. Вот. А вот это сейчас у нас будет мини-ужин. Это шпанакота из Костка. Показывали, покупали на той неделе, что ли. Вот сейчас я достала. Тесто, а в ней внутри шпинат с сыром. В общем, очень вкусная штучка. Просто выкладываю. То есть они не готовы. На противень. И убираю их в духовку. Они буквально минут 15, наверное, будут готовы. Покажу вам результат.
конвертики, очень симпатичные. Все, приготовились эти штучки. Сейчас мы будем смотреть фильм. И ужин у нас будет вот такой вкусный. Это, наверное, не слоеное, но я не знаю, что это за тесто. Оно такое воздушное, мягкое. И самое главное, что они очень вкусные. Потом покажу, какие они внутри. Давайте сейчас сразу покажу. Что-нибудь одно. Одной рукой не очень удобно. Видите, какое оно тесто. Я не знаю, как называется правильно это тесто, скажите мне. Вот видите, внутри шпинат, там сыр, видимо, какой-то. Они, в общем, очень вкусные. Мы уже доедаем наши штучки. И у нас просмотр фильма. Готовимся к Новому году. Эльф называется. Саш, как тебе фильм? Скажи, пожалуйста. Вот, интересно, классно.